А, тут дверь открыта. Слушайте, тут были, возможно, кстати. Все-таки. Хотя ящики вот закрыты. Но не как может каждый, но не каждый, кто сможет увидеть. Точнее, может каждый, но не каждый это делает. Да-да-да. Вот, вот такие комментарии примерно на ютубе. От людей, которые изучили время реакции на раздражители. Бля, а я-то тебя не вижу, дружок, а как ты меня видишь, бля? Как он меня видит? Там же ничего не видно вообще. И просто пропал. Он сейчас на южную дорогу пойдет, 100%. Надо его перехватить, попробовать. Капец, он два выстрела сделал, два выстрела в меня попал. Как будто меня видно прям прекрасно. Готов. Вот на фоне воды его видно было. Тут я согласен. Ну как меня там видно? Да, господи. Залечил живот и ногу. Четырёхглазник, сейчас посмотрим. Какие еще есть предположения от чата? Нет, совершенно обычный ПНВ, как у меня. Корунд, кстати. Но где-то сумку скинул. Вот она.
Ау. Так. Коты нам не нужны, получается. Это мы купим. Это сюда. Слушайте, у меня есть одна идея. Есть у меня одна идея. Так, а где он? А, вот он. А ну, попробуем. Хыть. О! Ну. Чат. Стример на гении. Гений на стримере, точнее. Так, все, вроде все. Калыч, здорово. О, давай, давай, давай. Вынес. Надо было их чуть подальше пропустить, чтобы их прямо у выхода убить. А так нормально. Ночной рейд. 23 попадания, кстати, я сделал ПС-ками по вот этому типу, походу, последнему. Пятый класс брони. Фу. Вряд ли это так работает в Таркве. Надо это протестировать, на самом деле, как это все... Как это все видно... Где у него голова, не вижу. Как там? Браво 6, тушите свет, да? Чисто такой. Сижу на камне в темноте, блин. Беззвучно треугольчика поставил и все. А, то есть так его видно, а так он выключен, да? А смысл я их разбиваю, если они все равно светятся? Китаец. Угу. Здравствуйте. Едить, как лазеры светят, смотри. Ё-моё. Ну-ка, если вот этот, типа, фонарь ультракрасный. Ну, видно? Просто как фонарь, да. Как будто бы фонарь светит, но не так ярко. Ага. Короче, лазер вырубай. Лучше подготовить, наверное, фонарик, чтобы если тип выскочит, в лицо ему светить. Но пока лучше, наверное, вырубить, потому что это палево, пипец. Я готов. Я, в принципе, даже. Опа, по кому? Ботика убивает, видимо. Чевок, два чевока. Где? На дороге. За КАМАЗами. За автобусом вроде. А вот. На гранате.
Ранил. Да, он еще туда. Грена. Слева контролят. Минус один. Даю хае вперед туда. Так, слева бот. Я понял, что ни хрена с ней не видно. Болтовка. Стройплощадка, по-моему. Да. По тебе, да, летело? Да, по мне трейсер ролл. По-моему, стройплощадка. Этот есть здесь, тихо. Этот все еще здесь где-то сидит. Ляли, ты сейчас так оружие вскидывал? Не понял ни хрена. А, вот он. Бил. Вот и болтов, кстати. Мне показалось, дальше где-то было, нет? Нет, это он стрелял отсюда, нет. Я же говорю, убежка перед тройкой, нет. Окей, окей. Маячки ставили, ребята, ходили. А чё у него болтовка была? ДВЛ. Два снайпера тут. Пистолеты, болтовки. Подожди, а КМ или что-то автоматически это бот стрелял? Чё-то не было, что ли, никого? Фиг знает, вроде да. Общага закрыта, тут закрыта. Вход не был никого, реально. Погоди. Я прям в глаз мне светишь, подожди, вот так в сторону свети. Ага. Вы еще так сделали. Во-во-во. Так, забыл показать. Тупки, лутецкий. Ну сейчас что-то я по деньгам вообще нормально вынес с этого рейда. Так, смотрим, значит, 2 ляма 700 у меня сейчас на данный момент. 2 700. Но ДВЛ-ку я продавать не буду, хотя это... Ну, спот где-то наколупал. Тоже деньги, но я продавать не буду. Оставлю. Значит, пистолеты. Вот ГЛОК можно продать, наверное. Так, ну вот, как-то так. То есть, за исключением... ДВЛ, пистолетов, парочку ГП. Чё-то я там еще оставил, не стал продавать. Было 2700, стало 3500. Как бы нормальный рейд. Еще Мэтт там, получается, полные сумки вынес. Мы вдвоем практически всю карту залутали, кроме вода честных этих. Что это тут у нас такое? О, лежит. Что, простите? Вам видно кровь, да, на скале, которая, ну... Я в него все попал просто. Может быть, там один разочек и промазал, но я по нему все попал, остальное. Что? Ладно. Больше не буду в этом рейде ни в кого стрелять, чтобы посмотреть, сколько я раз по нему попал. Да, один бировец. 8 попаданий. Так.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.